Всем привет! Меня зовут Юлия Нежная, и сегодня я вам расскажу и покажу свои наряды, которые я составила в приложении Полувор. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Итак, начну с небольшой предыстории и расскажу вам, что такое приложение Полувор и почему оно мне понравилось. Если вы на просторах интернета видели вот такие вот наряды и думали, где же можно удобнее создать такую картинку со своим нарядом, не используя Photoshop, так как это все муторно и долго. И вот я нашла это приложение, точнее приложение-сайт, на котором вы можете создавать такие наряды очень быстро, просто и легко, и вам понравится. Также огромным плюсом для меня сыграло то, что это приложение есть как на Android, так и на iOS. И, конечно же, то, что засело мне глубоко в душу, это то, что не только есть приложение для каких-то планшетов, телефонов, но также есть удобный сайт. Вы можете с компьютера выйти на него и делать такие же наряды. И все очень быстро и просто. Итак, давайте начнем. Я надеюсь, нормально отошла, чтобы здесь видно было и меня, и наряд. Первый наряд — это такой обычный выходной наряд, чтобы выйти куда-то в кафешку или, может быть, в кино. Такой новогодний, милый и уютный наряд, который мне очень сильно нравится. Но, в принципе, он очень простой, то есть обычные черные леггинсы, красный свитер и немного красных деталей, мне кажется, отлично подойдут к этому образу. Следующий наряд, как мне кажется, мой самый любимый. И я не помню уже, что стало причиной для создания именно этого наряда. Но, в общем, это такая вот зима-осень, когда все такое грязное, темное, и ты тоже хочешь так скрыться. Но этот наряд тоже не без изюминки. Тут также есть красные детали, которые бросаются в глаза и соединяют все эти вещи в один образ и делают его законченным. В этом наряде мне больше всего понравилось сочетание черного пальто и такой вот шляпы цвета мокрого асфальта. Все выглядит очень красиво и так вот современно, парижский стиль, я бы сказала. И я бы с удовольствием надела такой наряд, когда бы гуляла по Невскому проспекту в Питере, где-нибудь в конце сентября, когда уже все такое опадало, слякоть появилась. Так уютненько укутался типа все эти черные вещи, и тебе хорошо. Следующий наряд и последний — это такой вот школьный наряд, простой, но в то же время праздничный. Это очень милое маленькое белое платьице, обычные черные балетки с бантиком, такой же бантик, только не с балеток, конечно, на голову, чтобы сделать какую-нибудь красивую милую прическу, обычная нюдовая помада. И моя любовь всего этого образа – это огромный серый вязаный кардиган. Мне сейчас очень сильно нравятся такие кардиганы большого фасона, вязаные. Они просто запали мне в душу, и я очень хочу себе такой кардиган. Если вы одеваете джинсы и футболку, одевайте сверху вязаный кардиган. Этот образ будет просто класс. Вы одеваете платье, одевайте вязаный кардиган, это будет смотреться просто шикарно. Одевайте брюки, одевайте рубашку и одевайте кардиган, и это будет смотреться просто изумительно. Так, вот и все. Еще я хотела вам сказать, что это приложение удобно не только тем, что вы смотрите наряды, которые составляют другие люди, но и после каждого наряда вы можете увидеть, какие вещи были в этом наряде, сколько они стоят, на каких сайтах можно их заказать и ссылку на эти вещи. То есть вы можете таким образом шопиться, не выходя из дома, по интернету, все, что мы любим. И да, это было все. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжения, то напишите мне внизу в комментариях события, для которых я составила бы образ в этом. И все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока.